Спасибо, что вы с нами. В эфире программа «Недвижимость Греции за 60 секунд». И я, Владимир Ханукаев, представляю вам важнейшие события рынка недвижимости прошлой недели. 30% снижение ежегодного налога на недвижимость, кадастровая стоимость которой не превышает 60 тысяч евро, обещает Министерство экономики Греции. Соответствующий законопроект внесен на обсуждение в парламент. Банки Греции планируют осуществить продажу 100 тысяч необслуживаемых ипотечных кредитов в течение текущего года. Примерно половина из них касается основного жилья граждан, чьи дома окажутся в руках иностранных фондов. Повышенный интерес со стороны иностранных инвесторов греческой элитной недвижимости подкрепляется расширением деятельности известной международной компании Angel & Walkers на столицу Греции Афин. Согласно заявлениям представителей компании, особо привлекательными для известных и состоятельных иностранцев являются районы Аттическая Ривьера, Миконос, Сандорини и Крит. 30 объектов недвижимости, которые находились в собственности Министерства труда, были переданы на безвозмездной основе муниципалитету Каламарья. Два из них будут использованы для общественно полезных учреждений, остальные представляют из себя парки, скверы и детские площадки. Спонсор программы – компания Greece.ru «Продажа и аренда недвижимости в Греции». Подписывайтесь на наш канал и следите за важнейшими новостями рынка недвижимости Греции каждую пятницу в 8 вечера по афинскому времени.